Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Питер Болда. Петербургский сфинкс или Питер Болд – порода, выведенная в России в конце 20 века путем скрещивания ориентальной кошки и донского сфинкса. Питер Болдов отличает ласковый покладистый характер, высокий интеллект и грациозная внешность. Эти кошки отлично подходят для семей с детьми. Они дружелюбны, общительны и совсем не агрессивны. Питер Болды имеют стройное вытянутое тело, рост в холке у представителей породы обычно составляет от 23 до 30 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 3 до 5 килограммов. Отличительная особенность внешности Питер Болдов – длинная и узкая голова с прямым профилем, большими миндалевидными глазами и широко расставленными крупными ушами. Питер Болды – добрые кошки, они хорошо уживаются с другими питомцами. Представители породы сильно привязываются к своему хозяину и плохо переносят его долгое отсутствие дома. Эти кошки очень хорошие, они дружелюбные, любопытные, умные. И они очень хорошо уживаются с другими животными и даже с детьми. То есть Питер Болды – это отличные компаньоны, я считаю. Уход за питерболдами не сложен, однако стоит учитывать некоторые особенности породы. Как и большинство сфинксов, питерболды сильно потеют, поэтому периодически кожу животного необходимо протирать специальными влажными салфетками или лосьоном. Большая часть представителей породы не имеет ресниц, поэтому глаза питерболдов нужно очищать от загрязнений каждый день. Также из-за особенностей шерстного покрова этих кошек необходимо беречь от сильных солнечных лучей и сквозняков. Я кормлю своего кота сухим кормом, чтобы не возникало проблем с получением витаминов. И надо еще понимать, что питерболды, они не такие гипоаллергенные, как другие лысые кошки, потому что у них все-таки есть шерсть, и даже может хватить их слюны для того, чтобы у человека с аллергией началось обострение. Это важно. Так как шерсть у них абсолютно короткая, она практически не чувствуется, их надо, как и других лысых кошек, часто протирать влажными салфетками, потому что они очень часто потеют и могут загрязняться. Средняя продолжительность жизни кошек породы Питер Болд составляет от 13 до 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!